Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей Нерекин, и сегодня мы будем ловить карася. Так, ну что же, поехали. Так, выехали мы вот на такую речку, и вот здесь мы будем ловить карася, и попробуем, может, что-то поймаем, какого-то карасика. Так, я поставил вот такую удочку, спиннинг. К нему прикрепил кормушку с сеткой и поставил еще поплавок. Если вам хорошо видно, то вы можете увидеть. И будем теперь ждать поклевки. Так, ну что же, поехали. Сейчас вон там вдалеке был хороший карась. Я прям видел, как он прыгнул. И видно, это или карп, или карась. Так, дорогие друзья, вот она наша поклевка. Сейчас посмотрим, что же мы поймали. Вот, поймали мы золотого вот такого карася. Вот она. Вот она. Так, дорогие друзья. Вот такого вот мы поймали карасика. Вот такой карасик у нас. Вот такого карасика мы поймали. Ну что же, давайте ждать следующей поклевки. Так, ну что же, вот я снова закинул нашу кормушку с сеткой. Журавли полетели. Журавли полетели. Дорогие друзья, сегодня мы поймали одного карасика. Всем, кому понравился видос, пиши, ставь лайк. Всем пока!